Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И я начинаю снимать на сервере 8 бит, 8 сезон. Да, может быть я один буду снимать, может быть не один буду снимать, посмотрим. Какие здесь моды? Моды. Здесь вообще очень-очень много модов. Так, ну не знаю, все перечислять нет, но можете, заскринить, остановить. Некоторые, я вообще даже не знаю, как называются моды. Applied Energetics, я знаю. Здесь к нему какая-то штука. Арсмаджика, понятно. Автомаги. Это не знаю, что такое автомаги. Ботания, Buildcraft, Copperblock, Custom PC, понятно. Enderio, Enderzoo, Forbidden Magic. Это, видимо, к Tomcraft что-то. Forestry. Grousecraft. Что это? Бамбуковая дверь. Вау. В общем, ребята, вот много очень. Так, давайте я еще пролистаю. А, нет, то есть вот так вот. Grousecraft, целлар, еще какие-то штуки. В общем, это все разбираться надо. Но крафт. Harvestcraft, это вот с едой связано, что, собственно, я хочу тоже показать. Культуре это высаживать, это крафт всякие, значит, приспособления, магические пчелки, вот это тоже прикольно посмотреть хочу. Медицина, это пластырь, таблетки какие-то, прикольно вообще. Сумочка первой помощи. О, медицинская, это я типа врач. Типа врачи. Прикольно. Open block, я что-то помнил, что это. Лифт. Что-то какой-то хороший мод вроде. Очки. А, это. Open block. Если мне не изменяет память, это. Ну, плюс ко всему, можно крановый двигатель, ё-моё, балка, крыло, да, ну, по-моему, там еще можно красить, банка краски, да-да-да, это тоже, ну, это я вот Саш Пророк распахивал, цветной карандаш, в общем, так. Пару конвер. Конвертес, это, видимо, переходники какие-то. Рандом item, items, это, по-моему, плюс ко всему, водяные и ветряные мельницы. Вот, плюс ко всему-то. Как стульчики всякие. В общем, такая серия, ребята, будет ознакомительная. И я скажу, что, собственно, я хочу делать. Так, это что? Во-во-во-во-во, это полочки. Я как раз хотел, если эти полочки, если в них можно поставить что-то, тогда это хорошо. Это я потихоньку разберусь. Так. Таумкрафт, понятно. Таумик энергетик. Это Applied Energetics, наверное. Это Taumic. Exploration. Taumic Energetics, это может к Тауму, но почему-то Applied Energetics. Тут как-то все смешано. Taumic Tinker. Я что-то вспоминаю, что это за мод. Аспект души. Ну, тоже к Таумкрафту, да. Travel Gear, кольцо, золотое кольцо. Вот, прикольно, это тут можно весить этот самый броню, по-моему.
какие-то свитки и все. Travel gear. Путешествие, типа. Это типа что? Это свитки. Ладно. Ну, это вроде декоративные блоки, еда, зелье. Но это, по-моему, лесоводство, лепидоптерология, ё-моё. Это бабочки, по-моему, материалы. Но это механизмы, доспехи, пчеловодство. Разные строительные блоки, транспорт. Вот, вот такие вот моды. И, собственно, что... И да, я тут вот... Я не знаю, я думал, где поселиться. Вот, видите, да, ой-ё, мельница такая. Думал, где поселиться, в общем, что делать. Вообще, играть, не играть. И... Ой, цветочек, я... Уйди. Давайте я буду цветочки, давайте выкидывать. Мяу. Не знаю, может, по-другому все будет. Может, буду играть, может, не буду играть. Посмотрю, как вам интересно там. Может, с кем-то мы будем. Но вообще, я сюда пришел. Здесь Теокантыч, Денис, Саш, Пророк. И... По-моему, Альцест. Тут, правда, Ваня еще Рейн бегал. Мельницу ставил. Вон он бегает. Ой, упал. Че ж ты падаешь, Ваня? Посмотрим, ребята. Может быть, вон Дамир сидит рядом. Может, ему интересно что-то будет. Потому что здесь все задумок много. Именно не то, что показывать просто летсплей, а, так скажем, какие-то баталии. Ну, войнушку какую-то играть там. Ну, не знаю. В общем, еще что-то там. Да, войнушку какую-то, в общем. Посмотрим, как тут у ребят тоже это получится. Насколько я в этом участвовать буду, тоже не знаю. И, в общем, я не знаю, ребята, если меня не выгонят тут, я где-нибудь здесь у них буду жить. Ну, так подумал. Может, потом перееду, не знаю. Что я первое хочу сделать? Ну, давайте начнем развиваться. У них, конечно, все тут есть. Ну, как все тут есть? Много чего есть. Я просто... Давайте начнем постепенно. Я буду говорить, что... Опять цветочек. Мне вот ботанию не надо. Ничего, столько цветов собрал. Я хочу, знаете, может, я передумаю. Хочу, так, вот бы топорик, конечно, у них бы взять. Топорик. Это что это? Это задерживается. А давайте-ка посмотрим. ТПС. Ага. Я написал ТПС. Круто. ТПС. Что? ТПС 5, 6. Да, ребят. ТПС маленький. Но если кто не знает, это значит, что сервер тормозит, поэтому... Доски. Поэтому... Много чего... Чего много. Ой, я... Чё ж я-то... Чё балбес? Нет, Шарик, ты балбес. Нет, почему я балбес? Я не балбес. Так. А, ну да, я балбес. Я же хотел этот. Ладно, сейчас сделаем. Но я... Вот, Альцест, он здесь живет. Я хочу... На данный момент... Что-то сделать связанное. Сейчас мы это выкинем. С едой. То есть, что значит с едой? Хочу такой. Я упал тут. Есть такая. Есть так, то ли передача была, то ли что есть такое. Адская кухня. Да. И там, ну, всякое готовится, там, не знаю. Вот я буду готовить там. Ну, не знаю, как-то это обыграть, как это вам сказать, обыграть интересно, да? Как-нибудь. Давайте пока сюда поставим. Сейчас. Ой, видите, как классно делаю кирку. Круто, в общем. Так.
Обогреть это, чтобы это было как-то и весело, интересно, не столько вам показывать какой-то именно моды, да, распахивать. Прям что вот-вот, механизмы там. Хотя, может, тоже это буду делать. Но больше такое. Что-то развлекательное, но... Че бы выкинуть-то? Перья, кости, яйца, тыквы. Вот, мне мистический цветок, мне вот не надо. Вот эти вот из ботаники, мне вот это не надо. Так, хорошо. Сейчас я сделаю такую кирку. Так, и мне надо опять выкинуть какой-нибудь цветочек. Все, уйди, цветочек, не мешай. Уйди, цветочек, не мешай. И будет так. И я хочу это внешне, чтобы снаружи, и внутри было красиво все. Ну, вы знаете, да, как я люблю всякий дизайн. Вот. Чтобы снаружи было видно, там, это адская кухня, я не знаю, просто, ну, тут какие-то огонь там, ну, в общем, вот. Но внутри это будет все, как бы снаружи это как адская кухня, тоже что-то такое страшное может быть, а внутри наоборот, все такое, не страшное. Посмотрим. И я там буду различные там... это мой ВКонтакте, ребят. Вот почему мне начинают писать... Жесть какая. Подождите. Здесь убавлю, просто у меня звук. Если вам сильно это по ушам дало, эти звуки, извините. В общем, я там как-то не отключить этот ВКонтакте. Вот, я буду делать различные, ну, как-то стараться, не знаю, смешно, там, если у меня будет получаться весело. Делать какие-то, значит, приготовлять какую-то пищу, приготовлять. И чтобы было это интересно и смешно, и... А вообще ребята, которые здесь вот рядом живут, вообще будут смотреть, там, адская кухня, мы пошли там... не знаю, в адской кухне, там что-нибудь новые, какие-то... какая-то еда новая появилась, они такие заходят, там как-то все красиво будет. Ну, не знаю. Может, я что-то по-другому начну делать, посмотрим. Поэтому я вот и решил здесь, чтобы они так вот здесь видели, что здесь что-то такое красивое. Вот. Ну, и, может быть, конечно, какие-то моды буду распахивать, но основное я буду делать вот этот упор. Ну, ко мне уже все ребята лезут тут, ну, ладно. Вот. То есть основной упор на дизайн жилища, да? А чтобы сделать красиво, опять же, вот это open block, получится мод, нужно будет, ну, так или иначе вам показывать, да, там красиво можно делать, там краской рисовать, как это назвать-то, на стенах, что-то ко все лезут. Вот. Такие дела. Посмотрим. Все время я хотел заняться форестри. Сколько лет я уже форестри хотел заняться. Там, не знаю, пчелками там и все. Поэтому мне все это не удавалось. Давайте здесь уже будем как бы расширяться какие-то комнатки. Вот. Ну, тут это все долго, ребята, делать, естественно, сами понимаете. Сами вы понимаете. Но я не хочу тут много... Я хочу как бы одну большую, может быть, комнату, да? Но чтобы внутри было красиво, много каких-то, ну... Как вам сказать? В общем, такая адская кухня, она будет состоять, может быть, из большого такого помещения. Может быть, нет. Посмотрим. У меня еще в голове нету такого какого-то единого на 100% какого-то понимания, да? Как это будет выглядеть. Но, тем не менее. Вот. Что-то, может, я буду делать за кадром. Ну, такое, может быть, не... А че ж у меня... Какие у меня... Опять какие-то цветы. Мне вот эта ботания... Честно говоря, не надо. Цветы, уходите. Вот это не надо мне. Я, в общем, где-то... Тут такое дело. Тут, если траву собираешь,
попадает много вот этого из ботании. Я тут немножко путаюсь. То, что мне нужно для еды, то, что не нужно. Ну, не страшно. Так. Мне нужен, собственно, ящичек нужен. И нужен ящичек мне. Так, хорошо. Сильно я сейчас не буду как бы копать. Там вам показывают, как я копаю тут булыжник. Это очень занимательно. Мне нужно, чтобы здесь вот ребята ничего не делали, так скажем. Во-первых, мне нужно сделать... мне нужно древесины, да, побольше. Ну, как побольше? В общем, просто древесину надо. Лопату не знаю. Насчет пока лопаты. Тут вообще есть деревья, которые срубаются этим. Потому что акация, она не срубается. А таумкрафт срубаются дерево. А тут что-то как-то деревья... Как-то вы видели? Какие-то березы там, дубы где? Что-то не понимаю. Вот эти вот акации. Что-то я где-то живу, где одни акации. Ну да, Хаммер мне подскажет, что биом такой. Но что-то... Трикопитейтер, он ж не любит. Лёлик еще не сделал. Ладно. Пока мне не такое уж гигантское нужно количество тех самых. Вот видите, сервер... нет... А чё, Лёлик сделал уже? Лёлик, ты сделал? Лёлик. Если ты сделал, ты молодец. Ну-ка, давайте посмотрим. Жбэнкс. Пань. О, круто, всё, ребят. Живём. Да мне, собственно, много-то и не надо было, я так. Но тем не менее. Так. Ну сколько тут, ну, так, хватит, пока, да, пока хватит. Ну давайте еще одну акацию срубим, так уж и быть, помучаю вас рубкой дерева. В общем, хочу что-то такое интересное, веселое вам потом показывать. Как это получится, не знаю, хочу именно что-то красивое построить, как вот Саша Пророк делал. Только он делал это в креативе, ну как, ну действительно он делал это в креативе, потому что у него есть такой летсплей, вы сами можете посмотреть. Именно летсплей, он изначально был в креативе, он делал, как это сказать, красивый дом снаружи и изнутри, поэтому, поэтому вот. А я то же самое хочу, что Саша делал, только не в креативе. Вот, потом и, естественно, распахать. Да что ж такое, у меня... Что же у меня лишнее-то? А, ну вот, деревянная кирка, не надо. Распахать те моды, которые мне... То есть я, не, я, скажем как, целенаправленно какой-то мод не буду распахивать, прям вот так вот, чтобы, да? А по какому-то, не знаю, сценарию, сюжету какому-то интересному. Так. Нет, давайте вот это оставим. Давайте вот это вот положим всю еду. Это потом мы... Я надеюсь, у меня ее не заберет никто. Я надеюсь просто на это. Перья, я... Так. Стейк. Я напишу, еду не трогать. Остальное, типа... Остальное можно... доски. Ну, земля, не знаю, земля... Земля мне поскольку-постоку нужна, я там что-то, если где-то буду подделывать. Булыжник, ясно, для строительства, хотя стены потом можно будет, естественно, добыть. Вот это вот мировое господство Open Block. Это знаете, что это? Это вот Open Block, тут... Ой, тут мелко, тут надо наоборот... Тут надо наоборот крупно делать. Надо наоборот делать крупно. Ладно, я вот это вот open block, знаете, я положу его сюда.
Я надеюсь, у меня эту книжечку не сбегут. И кому она нужна, да, у всех есть OpenBlock. Вот. Так, давайте вот этот вот заберем. Собственно, что он тут у меня? Да, сервером надо что-то нам решать. А, ну, время уже подошло к концу. Давайте на этом закончим. Начальный такой. Ну, начальная. Начальная такая серия. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.